премьер-министр Великобритании мистер Дэвид Адамс. Сейчас все больше людей в нашей стране полагаются на данные искусственного интеллекта. Госпожа министр, как вам? Неплохая речь, Дэвид. Папа, я устала. Хочу домой. Я отвезу, если хочешь. Все равно по пути уверена, что Сара не против. Автомобиль отслеживается. Мы всегда будем в курсе. Алло. Стелла, ты должна послушать меня очень внимательно. Как ты наверняка заметила, автомобиль не очень тебя слушается. Ведь теперь им управляю я. Ты знаешь, кто я? О, я все про тебя знаю, Стелла. Куда больше, чем ты думаешь. И поэтому я хочу с тобой немножко поболтать. Позволь объяснить. Можешь продолжать свои попытки, однако я полностью контролирую руль, а также педаль газа, тормоза, дверные замки, фары и даже салонную камеру. Покаяние – лекарство для души? Пожалуй, твоей душе оно точно не помешает. О, Господи, нет! Стой! Все, игра, Стелла. Ты это знаешь. Такая же, как те, которые ты ведешь в парламенте, ежедневно, ставя на кон жизни простых граждан. Я твой судья, я присяжный, и я признаю тебя виновной. Пора заплатить за свои игры, и это случится сегодня.